На одном гектаре поля в крестьянском хозяйстве Ескендер выращивают морковь. Если в прошлом году ее выкапывали в июле, то в этом году из-за погодных условий урожай соберут только в августе. В этом году были дожди весной, а сейчас, когда они нужны в жару, их нет. Если бы полил дождь, морковь бы уже набрала вес, а так еще маленькая, на продажу не годится. Сайрамский район Туркестанской области – один из главных поставщиков моркови на казахстанский рынок. Но в этом году богатого урожая крестьяне не ждут. В 2020 году с одного гектара собирали до 40 тонн моркови. В 2021, говорят, было бы неплохо собрать хотя бы 30. В Сайрамском районе выращивают разные овощи. Около 200-300 гектаров земель отдали под морковь. У всех крестьянских хозяйств есть поливная вода, и урожай в этом году неплохой, но бывало и лучше. Всю прошлую неделю казахстанцы удивлялись ценам на морковь. В Мангистауской области за килограмм просили больше 700 тенге. По другим городам прайс закрепился на отметке 550. В выходные стоимость корнеплода взлетела даже в Узбекистане. Земледельцы просят запастись терпением, урожай на подходе. Но говорят, что продавать морковь по прежней цене уже не будут.